Добрый день, дорогие телезрители! Мы рады вас приветствовать в программе «Дамский калейдоскоп». С вами в студии Марина Яковлева и Анна Березина. Утонченный, чувственный и завораживающий танец живота. Присоединяйтесь и танцуйте его вместе с нашей сегодняшней гостьей. Спасибо большое, спасибо. Дарья, потрясающий танец. Это в гостях у нас сегодня преподаватель танцев Дарья Жулева. Дарья, ну и сразу хочется спросить, belly dance как переводится, что означает? Переводится как танец живота, дословно. Но мы все, как бы, кто занимается, изначально поняли, что танец живота, это название не подходит, потому что очень много движений бедрами, пластики руками. Поэтому, ну, все танцовщицы называют его oriental dance, то есть восточный танец. Угу. То есть развивает все мышцы, и рук, да. И живота, не только живот работает, нет, и конечно, ноги, танцует, да? Все тело. Полезно для здоровья этот танец? Ну, считается, что полезно. Полезно. Да. Да? Ну, движемся. В любом случае развивается гибкость, пластичность, да? Наверное, какие-то женские чары раскрываются в этом танце. Конечно. Поэтому он считается самым женственным сексуальным танцем. Насколько имеет значение костюм? У вас потрясающий, да, Марин? Да, очень красивый. Костюм столько интересных страз, кристаллов, такие оттенки яркие. И в то же время современный такой вот какой-то вот такие интересные рисунки. Но это костюм для классического восточного танца. Предусматривает, что должен быть открыт живот, как бы. Должны быть пышные юбки, красивые, много страз, цветные наряды. Бывают классические костюмы, бывают костюмы для фольклора. Там закрыт живот, покрыта чаще всего голова. И танцуется абсолютно по-другому, вообще никак не связано почти с танцем живота. То есть индийский танец, он другой? Нет, он как бы танцы, восточные танцы стран Востока, но не египетский танец. А насколько имеет значение сам цвет костюма? Ведь наверняка он о чем-то говорит, о танцовщице. Каждая подбирает тот цвет, который ей близок к душе, который больше подходит под танец, под музыку. Продумывается, конечно, полностью образ. Чаще всего переводятся песни, чтобы знать дословный перевод. Про что мы танцуем. А легко научиться этому танцу, Дарья? Ну, каждая, кто захочет, я думаю, сможет освоить азы, по крайней мере. Ну что ж, да? Начнем показывать наш мастер-класс? Мастер-класс, конечно. Для начала немножко разомнемся. Сделаем наклоны головы вправо-влево.
Раз, два, три, четыре. И вперед-назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь разомнем немного ручки, поднимаем сначала плечо, потом локоть, и только потом идет кисть. Плечо, локоть, а потом кисть. И подключаем вторую ручку. Поднимаем ручки медленно наверх. И опускаем вниз. Движение называется «волна руками». Одно из самых классических движений в восточном танце. Теперь сделаем основное движение танца. Восьмерочка называется. Рисуем бедрами на полу в восьмерку. Отводим бедро вперед и по восьмерке назад. И также левым бедром. Вперед и назад. Раз, два, три, четыре. И подключаем волну руками. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Также основное движение восточного танца – тряска. Мы по очереди сгибаем и разгибаем колени. А потом делаем это быстрее. Почти все движения в восточном танце делаются на тряске. Можно делать любое движение, ту же восьмерку, которую мы только что делали. Мы можем наложить на тряску. С тряской можно идти вперед, назад. Мы можем делать оттяжку бедра вправо-влево, тоже на тряске. Теперь попробуем сделать движение. Называется «волна», тоже классическое восточное движение. Мы вытягиваем корпус вперед, прогибаем поясницу. Потом мы поджимаем копчик в себя. Сначала поясницу прогнули, а потом копчик в себя и живот в себя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Также есть обратная волна. Мы немножко приседаем, также отводим копчик назад и толкаем бедра вперед, а потом выталкиваем живот и грудь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. We'll be right back.
Вино не меньше искусство, чем живопись, музыка и архитектура, смело утверждает наша сегодняшняя гостья, сомелье Татьяна Жбанова. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Ну, скажите, почему вино – это искусство? Да, на самом деле, наверное, можно сказать так, потому что винодел в своем роде, он и художник, он и поэт, он и музыкант, он сотворяет шедевр. Сотворяет его годами, это очень трудоемкий процесс, требует очень много сил, своих эмоций, еще нескольких десятков, а то и сотен людей. И потом, чтобы мы в дальнейшем наслаждались, и некоторые вина даже великие вспоминали на долгие годы. Да, поэтому действительно это произведение. Произведение искусства, которое сейчас многие употребляют, да, и любят вино, но в чем его польза? Как не сделать так, что оно превратилось нам во вред? Ну, как показывает практика, на самом деле мы стремимся к этому. Тенденция идет к тому, что все больше и больше людей понимать толк в вине, да? Начинают ценить и разбираться, не только просто, да, как выпить, да, а именно почувствовать вкус, аромат и насладиться им. Действительно, вино обладает очень многими полезными свойствами. Например, белое вино полезно для дыхательных путей, а красное содержит большое количество танинов, да, вот эти вот вещества, которые терпкие на вкус, которые продлевают нам жизнь, они очень хорошо влияют на кровеносную систему, на сердечную систему, поэтому французы всегда, да, итальянцы за обедом, за ужином бокал вина, это просто классика, это традиция. Что касается пользы, бокал вина красного в день для женщины и 2 бокала для мужчины. Это норма, которая не повредит вам, в принципе, никогда, ну, если вы здоровый человек. Вот. То есть больше это уже злоупотребление. Ну, это уже, да. Ну, вред, если так это очень увлекаться. Ну, очень увлекаться, то, конечно, да, пользы меньше будет. А скажите, пожалуйста, вот самое главное. Вот, значит, вино... Мы покупаем вино, приносим бутылочку на стол, ставим. И как открыть вот такую замечательную бутылку, правильно, чтобы правильно ее? Вот покажите, как специалист. Да, ну, сейчас существует 2 вида пробки, да. Это, как у нас представлена здесь, пробка классическая, из пробкового дерева. И есть пробки винтовые. Да, ну, винтовую всем понятно, как открывать. А в пробковом дереве есть такой секрет один. Нужно открыть так, чтобы не было хлопка. Да, то есть очень медленно. Медленно, да? До конца, да, чуть-чуть вот открываем, и уже рукой осторожно вынимаем пробочку, чтобы было так... И все. Чуть-чуть, то есть, да? То есть такого хлопка взрыва, как у шампанского? Да, там быть не должно, потому что если резко попадает кислород, то у вина получается стресс. И оно может как-то неправильно себя повести, быстро окислиться, например. Вот, а когда медленно, все, оно приходит в норму. И... Затем процесс, как правильно пить. Некоторые советуют бутылку вина открыть, чтобы полчаса постоял, получил как бы вот связь. Совершенно правильно, но не надо это брать за правило, потому что не ко всем винам это относится. Во-первых, первым, что мы сделаем, когда открываем вино, это понюхаем пробку. Она должна пахнуть вином. Ни в коем случае не затхлостью, не сыростью, не... Ну, какой-то неприятный, да, запах. Да, какой-то. Этого не должно быть, потому что это называется пробковая болезнь, это характерно для вина, потому что в период транспортировки, да, все-таки долгое время это занимает. Где-то 10% мы должны быть готовы к тому, что приедет испорчено. Поэтому в этого не застраховано, не надо бежать ругаться в магазин и так далее. То есть это может быть. Так. Вот. И когда мы открыли уже бутылку, берем бутылку или за низ, или за низ основания. Красное вино мы наливаем в бокал для красного вина. И сколько наливать? Правильно. Чуть-чуть, 100 миллилитров. Вот немного. Так прям. А вот чем отличается, я извиняюсь, тоже в процесс, пока не поздно. Значит, вот бокал для красного вина и бокал для белого. Совершенно вот они отличаются. Верно. Вот для красного больше или как-то шире, что ли? Да, для красного вина всегда будет бокал больше, потому что ему требуется больше пространства для того, чтобы развить свои ароматы. Белое вино, оно не настолько богато ароматическими какими-то веществами, чтобы долго оно там развивалось. То есть оно и пьется быстрее, если красное может у нас стоять на протяжении всего вечера и развиваться и быть многогранным, да. Да, то белое нет. Вот
прям вот немножко, там, 2 сантиметра, 2-3 от дна, этого достаточно абсолютно, чтобы полностью мы смогли насладиться ароматом. Кто-то перед употреблением кладет бутылку вина в холодильник буквально на 10-15 минут, потом открывает и чуть постоит, и вот употребляет. Это тоже не основа, не правило? Или это просто вкусовые пристрастия, прохладное чуть вино? Нет, смотри, здесь есть правила абсолютно точные для красного и для белого вина. Красное вино мы пьем при комнатной температуре, то есть это 18-19-20 градусов, да, а белое вино мы всегда охлаждаем 12-14 градусов, то есть прям чтобы оно было холодное, потому что иначе полностью оно не раскроется. Да, то есть красное вино раскрывается при теплой температуре, а белое при холодной. Шампанское мы охлаждаем еще ниже, то есть прям 6-8 градусов, чтобы оно прям ледяное было, потому что высокая очень кислотность, и холодная температура помогает нам менее реагировать на нее. А вот сама толщина бокалов тоже имеет значение? Да, имеет значение. Конечно, чем тоньше стекло, тем для вина лучше. И то есть, конечно, надо иметь дома и для красного вина, и для белого, потому что все-таки это так культура. Да, вообще, конечно, по-хорошему было бы идеально. Но вот такая форма бокалов, вот у нас, например, вот такие бокалы дегустационные. То есть мы дегустируем и красный, и белый вин. То есть она классическая, подойдет и для того, и для того. Да. Но, конечно, лучше, чтобы для красного было побольше бокалов. Вот эта форма называется классическая бордоская форма бокала. Конечно, для каждого вина существуют свои формы. Например, не всегда белые вина из бокалов меньшего объема. Например, бургундский с шардоне, вот из таких вот широких да, таких чаш прям пьются. А чем же закусывают вино? Вопрос такой. Ну, в смысле, так можно сказать, закусить вино. Ну, да. Правильно. С чем? Я знаю, что белое к рыбе, да? Красное к мясу, да? Абсолютно верно. Это, опять же, классическое сочетание, то есть никогда мимо не будет. Все время угадаете, если белое подойдет к рыбе. Но тут на самом деле вот все, как вы посчитаете нужным, можно и белое вино, и под белое мясо, да, под курицу, под индейку, почему нет, и красное под красную рыбу, да, под семгу. Да? Отлично. А что не сочетается с вином? Вот чего нельзя ставить на стол рядом вот с винами и с красным вином? Шашлык. Ну что? Нет, шашлык идеально под какие-нибудь танинные такие вина, да, которые терпкие. Нельзя пить с вином, давайте запомним, шоколад. Шоколад? Да. Это с коньяком, видимо, шоколад, да? Да, с коньяком хорошо. Шоколад и кислотные фрукты. Это какие, получается? Ананасы, грейпфрукты, апельсины. Лимоны. То есть, лимоны, да. А ведь нам кажется, что вино с фруктами, да? То есть ананасы, лимоны, апельсины, мандарины, да? А это мешает раскрытию аромата всего вина, да? Это я вам скажу, почему. Это чисто физический процесс. То есть у вина своя кислотность очень высокая. И у фруктов своя кислотность высокая. Если мы это совместим, но это просто будет уже чересчур. Очень кислое, очень неблагоприятно сложиться на наш желудок. Да? А сладкое почему? Потому что если вы, например, попробуете съесть шоколадку, а запить потом его каким-нибудь кислым соком, у вас кислое будет в два раза кислее после шоколада. Да, да. Как интересно сочетание. Тоже, кажется, вино и шоколад. Ну, какое-то вроде бы естественное сочетание. Да. Спасибо. Просто наши зрители, я думаю, сейчас шампанским. Эту информацию запомнят. Нельзя, да, и шампанское. Вино и шампанское. Ананас с шампанским можно? Под шампанское хорошо будет виноград. То есть виноград сладкий, с очень большим содержанием сахара, поэтому с шампанским можно. А вот сыр, сырная тарелка обычно? Сыры идеально. То для есть вина. Сыр и вино – это просто два брата родных, которые близнецы, без которых друг друга не видят. Конечно, лучше выбирать сыр по стране производителя вина. Вина. Пьете французское вино – берите французские сыры, да, итальянские – итальянские сыры. То есть, ну, вообще любая кухня под
страну производителя. Более гармоничное сочетание получается, да? А еще вот интересно, перед употреблением бокал иногда вот вокруг своей оси крутит и потом только дегустирует. Это для чего сделано? Да, совершенно верно вы заметили. Это для того, чтобы развить больше раскрыть букет, потенциал и ароматические свойства. Как это правильно делать? Покажите. Существует два носа вина. То есть первый нос мы пробуем аромат, не разбалтывая вино в бокале, да, то есть первый нос у вина будет, может быть, немного резкий, потому что выходят, да, спирты, первые такие вот эфирные какие-то вещества. И второй нос как раз мы должны раскрутить. Правильно взять за ножку. И вот так прям, поболтать, да? Не у всех получается с первого раза, честно вам скажу, поэтому я там советую своим клиентам сделать просто на столе вот это. Вот. Как-то надежнее. Да, это надежнее, проще и без там лишних капель. Ага. Да, и тем самым мы насыщаем вино кислородом, и оно раскрывается уже второй нос, другое, совсем да? Совсем другое. То есть вот здесь вот мы уже, если первый нос он прямой, он будет пахнуть или вишней, или малиной, или клубникой, или еще чем угодно, а второй нос все. Здесь мы уже можем задуматься, он может переливаться аромат из одного в другое. Это нюхать нос, это значит первый раз понюхать, да, и второй раз понюхать, да? Да, два это раза. Такой, у вас такой два профессиональный термин, да? Это профессиональный. Два носа. А где хранить его? В холодном месте или просто можно какие-то бывают специально бары такие, в которые в комнате? Ну, где? Во-первых, лучше, это должно быть темное место, изолированное от света, от шумов различных, да. Даже от шумов, да? Ну, то есть железной дорогой не надо погреб строить. То есть у него стресс тоже будет? Да, конечно. И температура 18 градусов, 16-18 градусов погреб. Вообще сейчас очень доступные винные холодильники, они недорогие, буквально там на 20 бутылок купить себе холодильник домой винный, он будет поддерживать всегда идеальную температуру вина, и будьте уверены, что ваше вино не пропадет. И в горизонтальном положении, чтобы вино касалось пробки. Потому что если этого не происходит, пробка ссыхается и попадает кислород, и все, оно может испортиться. То есть обязательно, чтобы вино омывало пробку. А вот такой еще вопрос. Вот продаются в пакетах вино. Это не вино? Это не вино? Или что это? Сок с градусами? Или что это? Как вот к эту категорию, чтобы уже знать про нее все? Смотрите, существует несколько видов производства вина. Первый, самый качественный, самый надежный, это когда производитель на своей территории вырастил виноград, там же его собрал и там же разлил по бутылкам. Да, это вот высокий класс. Второй вариант – негацианты. Есть такие производители, которые не выращивают у себя виноград, а закупают его у других. И делают из него вино. И делают из него, да. Или вообще не делают, а закупают уже готовое сусло и маркируют просто под своими. Здесь вы не можете быть уверенными, где этот виноград рос, как его делали и так далее. А самый вот такой способ, дешевый, вот как раз это пакетированное вино, это когда сусло везут в Россию. И здесь уже разливают. Ага, да, это вообще очень... Да, а вот еще вопрос. Осадок, когда у вина образуется, это нормально или это какое-то уже что-то... Два варианта, да. Нормально тогда, когда, например, производитель биодинамист, да, это очень модно. Сейчас биодинамика, это когда... Натурально. Все натуральное, удобрение натуральное. Они там и овечек своих разводят, чтобы потом вот этим всем удобрять. И птичек разводят, чтобы они гусениц там ели. То есть и по карме у них погреба все. Ну, то есть такие, да, люди. Как бы... Все как надо. Да, хуже от этого не будет, но вот так вот, да, балуются люди. И они не фильтруют свое вино. То есть, да, перед разлитием бутылки осадок же все равно есть, есть, да? Да. Конечно, это же гребни, это какие-то там остаточные вещества. Вино фильтруется или через... Центрифугу. Центрифугу, либо оклейка яичным белком. Он притягивает все тяжелые вещества на себя, потом его собирает, и все, вино как бы оклеилось. А биодинамисты, они не делают этого. То есть вот они, ну, как Бог дал, так и будем. Осадок есть. Тогда может быть осадок, не надо этого бояться, лучше просто вино перелить в декантер. Да, чтобы уже забыть о нем и так. А второй вариант – это плохой вариант, когда, например, вино неправильно хранилось, его
как-то переохладили в какой-то момент, да, и выпадает вот этот осадок, он обычно такой хлопистый. Ну, вы поймете, когда вот то будет. То есть винный осадок, он такой вот, прям такой, видно, что частички... Такой песочек, ну какой-то, да, такой. Да, такого живого чего-то. А неправильно, это как хлопья, да? Как хлопья, да, такие вот они будут летать. Как если в пиве вы, если вы взболтнете бутылку. Такое пивное. Да, да, да. Ну, как в пиво похож такой же осадок. У некачественного. Ну и последний вопрос, то, что время ограничено. Как правильно доливать потом вино? Ну, доливаем мы до последней капли, потому что не стоит оставлять такой прекрасный напиток. Опять же, если нет осадка, да, если есть осадок, то мы не делаем это. И доливаем первую... Всегда сначала идут женщины, и если вы находитесь в гостях, это глава семьи, да, или самый старый член семьи. Вот, а потом, ему первому бокалу. Да, да, потом уже мужчина. Потом ну, еще не досталось, значит, не досталось. Спасибо. Очень интересно, вы нас так просветили, мы просто много узнали. Это, конечно, маленькая часть. Из вашего рассказа. Приходите к нам еще. Приходите к нам еще, расскажите нам еще про другие какие-то напитки, да, вы же не только вином занимаетесь, да? Это у нас будет школа. Сомелье. Мастер-класс. Мастер-класс. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, а нам осталось напомнить, что в гостях у нас была сомелье Татьяна Жбанова. Ну, а наша программа продолжается. Здравствуйте, меня зовут Сабина. Я хочу поделиться с вами своим состоянием, которое меня мучает вот уже столько лет. Я от природы очень жизнерадостный и активный человек. Я очень люблю общаться и впускать в свою жизнь новых людей, пробовать что-то новое. Раньше меня хватало на все. На спорт, общение, работу и мои постоянные переезды. Но потом моя энергия неожиданно стала куда-то уходить. Теперь мне ее хватает только до конца рабочего дня, а потом прийти домой и просто лечь. Помогите, пожалуйста, скажите, как мне определить и отлавливать эти утечки энергии. Вот такое интересное письмо пришло к нам в редакцию. А ответить на это письмо нам поможет наш гость, доктор психологических наук, основатель направления биоэнергетической психологии Андрей Захаревич. Здравствуйте, Андрей. Мы вот начали свою историю о том, что пришло письмо телезрительницы как раз, я думаю, на тему, которой вы занимаетесь. Ну да, я этим уже занимаюсь вот, около 30 лет. Вот как можно помочь нашей телезрительнице? Что у нее не в порядке с биоэнергетикой? Ну, во-первых, надо посмотреть, что у нее конкретно, лично ее состояние энергетическое. А во-вторых, если говорить в общем, то зон утечки энергии может быть очень много. У человека это десятки и сотни. Вот, только один человек компенсирует эти зоны чем-то, набором там энергии, по крайней мере, для своей жизнедеятельности. А вторые приводят к дисбалансу организма. В частности, причиной утечки энергии может быть общение с каким-нибудь человеком, который вытягивает. Он может быть неосознанным вампиром. Тут надо говорить, что в режиме вампиризма может находиться каждый человек. Вот он устал, допустим, после физической нагрузки, либо умственной, и у него уже нехватка энергии, он начинает подсасывать из окружающего пространства и от тех людей, с которыми он общается. Первый момент. Второе – это такой человек больной, допустим, с большими пробоями, и он высасывает энергию вплоть... у лечащего врача может высасывать энергию. Ко мне тоже обращаются массажисты, врачи, психологи, которые работают с людьми, потому что они тоже чувствуют зону утечки энергии. А может быть, это осознанный вампиризм, когда этого человека, допустим, кто-то заказывает какому-нибудь магу или колдуну, тот совершает обряды над ним, причем эти обряды могут... действовать и на расстоянии. Вот. Внедряются народные энергоинформационные структуры, к ним подключаются каналы, и идет отток энергии от человека. Ему надо восполнить. Он начинает у другого человека, да? Он, во-первых, где-то у другого человека или из окружающего пространства, но если дыры большие, то ему очень сложно восполнить. Кроме того, может быть внедрение часть психик других людей. Да, вот человек пообщался, как я говорю, вот две подруги пришли на высокодуховный разговор, долго выстраивали его, да, долго собирались. Вот, как я говорю, 15 минут полет нормальный, 20 нормальный, на 25-й кто-то начинает чувствовать беспокойство, как будто уже что-то не так. Но назначили же время
разговора 2 часа. А потом, получается, они обмениваются энергией, и утечка происходит у одной и у другой. Угу. И, как я говорю, после такого высокого духовного разговора обоих можно за ноги оттаскивать, потому что энергии нет ни у одной, ни у другой. Угу. Поэтому еще такие причины – это вот так называемое вселение. Это может быть вселение психик других людей, человека. Очень часто такие вселения происходят при сексуальных контактах мужчины-женщины, когда идет отток энергии, и после каких-то переборов энергетических и сексуальных происходит такое вот обесточивание одного и другого человека. Угу. Поэтому здесь надо разбираться конкретно. Что с этим делать? Есть достаточно много методов набора энергии. Ну, допустим, сразу могу предложить, достаточно понятный и простой. Ну, во-первых, немножко такой, буквально 2 слова теории. Из чего состоит наш мир? В нашем мире 5% вещества. Твердое, жидкое, газообразное. Это физическая реальность. И 95% нас окружает другая материя. Если мы умеем ее использовать, она может служить как топливо для жизнедеятельности. Давайте простую практику. Во время вдоха вы мысленно попытаетесь притянуть из окружающего пространства вот какую-то эту материю. Со всех сторон она входит и в клетки, и в легкие. А на выдохе попытайтесь ее сактивизировать и раздуть, как искорки или угольки у костра. То есть на вдохе мы притягиваем. Полный, а на выдохе? А на выдохе мы это мысленно разжигаем так, чтобы из нашего тела пошло свечение во все стороны. Легкие бы тоже разгорелись. И давайте попробуем. Вдох. У меня длинный вдох. И выдох, допустим. Выдох через рот. Да? Выдох через рот. Лучше выдох через тоненькую струйку во рту, чтобы эта материя как бы запаковалась внутри тела, и вы лучше бы ее почувствовали. Давайте еще раз. Вдох. Я вот подлиннее сделаю. Теперь выдох. Если так раздышаться, допустим, в течение 20 или 30 минут, допустим, то бодрость будет, да? Будет бодрость. Запускается кровообращение, да, все. Да, это. Критерием того, что вы делаете правильно, если вы глаза поставите неподвижно и расфиксированно, неподвижно, и будете смотреть, должен появиться светящийся туман. То есть вы должны хуже видеть окружающую комнату, а увидеть вот эту энергию, саму по себе энергию, которую вы привлекли и в себя, и в комнату, в которой вы находитесь, или пространство, в котором вы находитесь. Следующим критерием более мощный набор энергии – это растворение физического тела. То есть вы субъективно должны ощутить, что вы перестаете чувствовать свое физическое тело как таковое, а лучше начинаете чувствовать эту субстанцию и те потоки, которые проходят сквозь тело. Следующий метод потоковый – это мы освоили, будем так говорить, субстанциональный набор энергии, вот притягивание этой субстанции. Теперь потоковые формы набора энергии. Представьте, что в ступни ног снизу входит поток света вот этой материи, проходит сквозь все тело, выходит из головы и фонтаном замыкается со всех сторон снова под ногами. Такое как бы циркуляция. Идет. И сам по себе этот поток будет вымывать инородные энергоинформационные структуры, которые приводят к утечке энергии. Мы как бы биополе вот как свое, бы окружать, да? себя этим вот, да, вот энергией. Окружаем, и идет постоянное перемешивание, которое противостоит тем воздействиям, которые идут на человека. Если научиться в этих потоковых формах, там снизу, там сверху жить, то тогда будет и лучшая энергоинформационная защита, и будет более качественный набор энергии из окружающего пространства. Давайте 2 минуты попробуем. На меня тоже меня настройтесь, я сактивизирую. Если вы настроитесь, этот поток у вас пойдет более быстро и более качественно. Потому что когда вы пока слушаете... Значит, на вдохе втягиваете, и тут вдохе не нужно. Можно совместить 2 упражнения. Вы дышите так же, и плюс еще мысленно пытаетесь почувствовать, а может быть и на внутреннем видении увидеть вот этот поток, который начинает входить в ваше тело, вымывать все лишнее, выходить из головы. Пробуем. Чуть-чуть попробуйте настроиться на меня, тогда у вас это пойдет быстрее. Все передается даже через пространство. Я через, будем говорить, какое-то время тренировок, а я проповедую, будем говорить, научный подход ко всему этому.
не оперирую такими понятиями, а вы слушайте, поток идет, как порча там сглаз, а скорее энергоинформационное искажение внутренней структуры организма, либо разлом определенных, искажение определенных каркасов, потеря целостности энергоинформационных структур человека. Но это вы сейчас говорите об упражнениях, да, которые сам человек может, выполняя, себе помогать и восполнять эту энергию. Да? Можем ли мы эту энергию получать от природы, что дала нам сама природа? От природы можно, но смотрите, от природы, да, мы пришли, сама по себе природа нас очищает, это понятно. Обняли березку. Да? Обнять березку, там, посмотреть на солнышко. Очень хороший метод – это научиться смотреть на солнце вначале, на заходящее, восходящее, и пропускать лучи солнца сквозь тело. И так можно довести только постепенно, до минуты, до двух. И тогда будет автоматическая прочистка. С радостным чувством, наверное, как-то. Понимаете, это простой метод набора энергии. Если же мы существуем в больших городах, у нас нет возможности выехать на природу, то нам надо учиться набирать энергию, которой полно вокруг. Знаете, да? Вот никто нам не мешает там подышать, причем это дыхание очень незаметное, но оно очень эффективное и может человек использовать в любом пространстве. То есть это упражнения, да, вот эти дыхания? По крайней мере, эти два. По крайней мере. Как базовые. На самом деле, да, базовые. Упражнений у меня десятки и сотни разработаны. Я давно уже преподаю именно как человеку самому набирать энергию, как защищаться от тех воздействий, которые на него идут и на которые на него, возможно, всегда будут идти. Да. Ну вот как защищаться, действительно, вот ты пообщался с человеком и чувствуешь всегда, вот я знаю, что, например, пообщаюсь, обязательно уже без сил я после общения с этим человеком. Как защититься? Как выжатый лимон, Как выжатый лимон. Как вот защититься от такой ситуации? Смотрите. Значит, защищаться как таковой не нужно. Защита должна быть внутренним свечением. Смотрите, если вы разожгли себя как солнце, к солнцу воздействия не приложишь, да? Вы будете на него воздействовать, все сгорит. Точно так же, если вы разожгли себя до определенного состояния, все будет гореть, должно гореть в вас. Но это требует тренировки. Кроме того, нужен какой-то базовый потенциал энергии для того, чтобы себя разжечь. Если этого базового потенциала энергии нет, человек никогда не разожгется. Его нужно привлекать специалиста. То есть, чтобы он вытащил, допустим, я вытаскиваю что-то, делаю замещение вот этой активной светящейся материи, и она, когда закрепляется, у человека появляется внутренний ресурс для собственной мощной защиты. А бывают люди, доноры, Анечка, извини, запомни вопрос, вот, которые пообщался, у тебя хорошее настроение, вдруг зашел, у тебя как-то энергия повысилась. Ведь такое же тоже бывает, Бывают люди такие от природы энергетичные. У них много энергии, да, от природы? У них от природы много энергии, к ним она может поступать. Но суть в том, что они могут вот эту давать энергию, но они не знают ее природы. Понимаете, откуда она идет. И вот многие от природы, там, обладающие экстрасенсорными способностями, они никого не могут научить. Мне же пришлось по-другому. Я пришел с науки. То есть из науки к практике уже? Да, я пришел из науки. У меня первая диссертация по технике, я занимался теорией поля. А потом я занялся теорией биополя. Знаете, да? То есть у меня это взаимосвязано, да? Да, у меня все... Почему? Потому что материя. Только у меня была позиция такого материального материалиста, а теперь я стал, будем говорить так, энергетического материалиста. Но сейчас же есть научные исследования, которые подтверждают, что есть биополе, и оно прям зафиксировано же, это есть, же доказано. Конечно. Есть, конечно, только скептики говорят, вы мне докажите, что это есть. На это я могу один ответ дать. Приходите на курсы, в любом случае я что-то сделаю с вами, предложу вам ряд упражнений, когда вы это почувствуете, вы перестанете быть скептиком. Потому что и поскольку я начинал с нуля, у меня отработана система, как с любого энергетического уровня человека поднимать. Потому что мне приходилось поднимать, когда у меня вообще не было энергии, когда я там ее терял. И за счет этого отработана, будем говорить, технология, как подавать эту энергию. Если мы говорим вот о женских искажениях, которые часто мне очень приходится встречаться, это, во-первых, отсутствие взаимопонимания там с мужчинами или там бесплодие, которое вроде бы нет никаких медицинских предпосылок, а там что-то по-другому происходит. Очень часто, женщина у меня такое есть крылатое выражение. Если женщина женщиной не светит, ей тоже не светит.
Понимаете, да? Поэтому, как правило, это связано с тем, что женщина потеряла женскую энергетику. У ней нет свечения внутри матки. Матка замерла, а матка должна работать 24 часа в сутки, как сердце. А замерла она за счет того, что произведено какое-нибудь магическое воздействие или там по родовой карме передалось, и, допустим, у нее какой-нибудь колющий предмет там стоит. Ну, копье, допустим, да? Энергетическое. А мужчины, как я говорю, они все козлы, да? Вот. Ну, и что поэтому же они так? Подходят к этой женщине, натыкаются на что-то и чувствуют, что что-то не так. Знаете, да? Ну, да? Хотя внешне она может быть абсолютно нормальной. Андрей, давайте перейдем к теме желаний и дадим практические советы нашим телезрителям. Вот многие говорят, что не рассказывай своих желаний, а то они не сбудутся. Там меньше говори, и тогда сбудется желание. Или наоборот, нам нужно материализовать свои и говорить наоборот о своих желаниях. Я считаю, что свои желания надо материализовать, наполнить их светом и никому об этом не говорить. Пока не свершились. Не свершится. Почему? Да? Потому что подсознательно очень многие завидуют друг другу. То есть мы сами можем, но не делиться с другими. Сами мечту возродили, наполнили светом, замечтали, но никому об этом не говорим. Да, пока она не начнет исполняться. Пока она не наберет мощность, понимаете? Да, мощность. Да? Потому что такое мечта? Это завоевание нового энергоинформационного пространства прежде всего, а потом материализация его здесь. В этой физической реальности. В завершении нашей программы, Андрей, пожелайте что-то нашим милым дамам, нашим телезрительницам. Да, милые дамы, занимайтесь своей энергетикой. У кого какие-то проблемы, найдите нормального специалиста, который поможет. У каждого достаточно большое количество энергоинформационных поражений и зон утечки энергии. Спасибо большое за участие в нашей программе. Спасибо вам, всего доброго. Ну а нам осталось напомнить, что в гостях у нас сегодня был доктор психологических наук, основатель направления биоэнергетическая психология Андрей Захаревич. Дорогие телезрительницы, напоминаем, что вы можете делиться с нами вашими пожеланиями на электронный адрес info@ras.tv. Пишите нам с пометкой «Дамский калейдоскоп». На этом я, Анна Березина. И я, Марина Яковлева. Прощаемся с вами. До новой встречи.